небольшой видос вот в личку. Так, вот он, практически завершенный вездеход на бескамерных колесах. Перепаковали мы уже его. Сейчас покажу, как работает одна очень важная вещь в вездеходе. Здесь уже что было, подобрал. Тут под шланг надо специальную, по длине. Так. Подкачку уже, наверное, все слышали. Как это работает, просто хочу показать. Сейчас ставим. Так. Все, заводи. Пошла. Сейчас он газует. Колесо накачано в комплекс. Так работает подкачка. Вот этот штуцер можно открутить. Все. Ну его получается, единственное, что сюда надо будет такой же приспосабливать, и все. Все.